Привет, я Джискиран, и добро пожаловать на мой канал. Сейчас мы будем смотреть с тобой плохая концовка Rainbow Six Siege от Дениса Карамышева. Поехали! Да они какие-то бешеные, нафиг я валю отсюда. Стену. Ну типа потому что они большие, хотя бывают и маленькие. А чё? Сиськи. Ну типа потому что они большие, хотя бывают и маленькие. Краткий курс от Атоми Адзаки. Сиськи большие, да бывают и маленькие. Ой, да ладно. Конец. И жили недолго и счастливо. Но плохо, когда... Я обвисли в один день. Блять. Другая маленькая. Обвисли очень хорошо было. Самое грустное, что к яйцам это тоже относится. У женщин сиськи, а у мужчин яиськи. Уже гуль довелся. Колбаса докторская самая безобидная из колбас, наверное. Остальные обижают Заки на регулярной основе. Заки, когда начинает есть сервелат, сервелат ему такой: слышь, потлатый, блядь, руки убрал. Что насчет Валоранта думаем? Да заебали уже своим Валорантом, блядь, каждый раз спрашивают. Нихуя мы не думаем про него. Насчет Валоранта мы думаем, что вы заебали с этим вопросом, ребят. Санек бабку ставлю сейчас на полинку. Да заебали уже своим Валорантом, блядь, каждый раз спрашивают. Нихуя мы не думаем про него. Да понятно, понятно. Понятно! Вот тут, ребят, два человека у окна на точку. Три человека щитовики. Господи! Да что, хватит выброса. Зашли. Три человека зашли на точку. Ой, я уронил заложника. Блять. Что за хуйня происходит? Я ничего не вижу. Охренеть. Здорово. Что это было, пацаны? Нихуя не понял. Заложник это поднимите. А, понимаете. Пиздец. Жесть. Какая-то жесть. Точно? Ну, меня с мастерской уйду. Ох, блять, привет. Хорошо. Вот это он кувырок. Чё, он кувырок, да. Профессионально. Ну так, на троечку. Блять, ты как этот жирный чувак на диване лежащий с подписью «Amateur». Такой акробат сайдет высказал свое мнение. А то я в школе умел кувыркаться, хульт. Да, я в школе умел еще подниматься без одышки со стула. И писю свою, наверное, еще видел. Я запомнил ее молодой и красивой. Ребята, давайте сразу скажу, я не техноблогер. И в блогинге, как и в технике, разбираюсь чуть хуже, чем никак. Но месяц назад у меня появилась пара ништяков, о которых я не могу не сказать пару слов, хотя бы по той причине, что это рекламная интеграция. Вот эти два красавца. Мышь Logitech G502 Hero и клавиатура Logitech. Вот эти два красавца. Блин, ну мышка выглядит прям... Мне нравится, серьезно. Ну, моя-то тоже хорошо выглядит у меня, правда, она уже старенькая. Красавца. Мышь Logitech G502 Hero и клавиатура Logitech G512. Клава, разумеется, механическая, с приятными и тихими свечами GX Brown, с крепким алюминиевым корпусом и потенциально неубиваемой поверхностью. Краш-тест устраивать не буду, простить. Но в любом случае гарантия у Logitech целых 2 года, да и поддержка известна тем, что охотно идет навстречу покупателям. Последние, наверное, лет 10 я пользовался лишь вот такой ультимативной боевой единицей и меняю каждый раз на новую, когда на старую случайно кофе пролью. Кстати, тоже Logitech. Короче, впервые перейдя на механику, я наконец оценил, вокруг чего столько шума. Тактильно совсем другое дело, конечно. Откровенно геймерскими мышками тоже до этого не пользовался, из-за чего, во-первых, офигел от количества кнопок у G502. 11 штук. Наконец-то хватает на все скиллы в Варкрафте. Во-вторых, от того, что все они настраиваются. Даже колесо тут работает в двух режимах. Датчик настолько сверх... Прикольно. Да, я тоже когда купил SteelSeries... Rival 500. Охренел, сколько тут кнопок, и что у колесика может быть просто наклон колесика, то есть ты колесико наклоняешь влево и вправо, а ты... Это тоже кнопки. Сверхточный, что кастомизируется под необходимый DPI, физический вес грузиками подбирается, макросы задаются. Что, она прям для шутеров, шутерная. Вообще, в фирменной приложухе можно задать целую тонну настроек, хоть для клавы, хоть для мыши. Начиная со значений для клавиш, заканчивая типами подсветки, включая синхронизацию друг с другом, я куплю себе механику. Ну и в конце концов, сейчас я тоже самое время, чтобы обновлять комплектующие, пока скидки черной пятницы. Абсолютно обычная клава, напомню, у которой... Напомню, что мое мнение о периферии яйца выеденного не стоит. Как
плане просто не с чем сравнивать. Как ноутбучный его. Так что вместо того, чтобы что-то советовать или рекомендовать, просто ставлю вас в известность. Не знаю, зачем я вам это все рассказываю. У Logitech есть вот мне просто было интересно посмотреть про клава-мышь. Можете перейти по ссылкам из описания и зачем-то рассказать вам про свои. Если вас заинтересовало. А если нет, обратно к Сиджо. Короче, батлмод это такое, типа, одноразовое вообще, на часть, грубо говоря. Хотя я наиграл там часов 5-6. А можно воспользоваться МакАвто без машины? Просто подходишь к МакАвто, такой бип-бип. Нет, людей обманывать нехорошо. Почему нехорошо? Не знаю. Почему нехорошо, Сань? Я всегда обманываю, нормально живу до сих пор. Только маленький. Чего? Вот, Сайда, ты докопался до первопричины. Да. У тебя в нос все уходит, судя по всему. У меня хотя бы две почки. Вот это вот удар ниже пояса. Ну, как бы до этого только Саня может дотянуться. Прости, Сань. Вы понимаете, что... Что, Сань, ты хотел? Не оставляете мне выбор, кроме как вас по яйкам хуярить. Как вы знаете, вот эта груша боксерская. Да-да-да, я тоже про неё подумал. И у СГ есть ТикТок, как бы. Там целых три видоса, да. Я так и не понял, это первоапрельская шутка была или реально есть? Там как минимум один видос даже с Глебом. Ну ты чё? Глеб. Чё за видос? Что за хуйня? Ну, почему вы есть на ТикТоке? Ну, потому что мы работаем на разную аудиторию. Глеб ответил по гайдбуку, выданному руководством. Саня, ты что там творишь? Я упал. Парни, у вас вообще все в порядке там? Саня, подвиньте, блядь. С Александрами что-то нехорошее происходит. В меня я двинуться не могу. В смысле? Серёга? Да, уйди! У меня есть книжка, подписанная Пучковым. Я его большой фанат. Какая? Братвое кольцо. А что это за книжка? Ну, про братву и кольцо. В смысле, я не понял, это что, книга Толкиена в гоблинском переводе? Да. Ты серьёзно? Какого хуя? Да. Ёб твою мать. Ты ее открывал хотя бы? Я прочитал. Нахуя? Ну, даже игры, кто не знал, по Братве и Кольцу, именно по гоблинским, есть даже игра. Или даже две. Не, по-моему, одна. И Санитары Подземелья, это еще гоблинская игра. Но я не знал, что есть книги. Серьезно. Объясни мне, нахуя? Из, так сказать, из художественного любопытства. У меня была, я помню, одна такая ебучая банка маринованных огурцов, которую я так и не смог открыть. Я неделю пытался, у меня там было, блядь, по 15 подходов в день, по 8 повторений. Хер там. Так погоди, а как ты ее пытался открыть? Просто усилием рук. Что за крышка такая была вообще? Так, кто-то затянул ее какой-то, я не знаю, Геркулес, и отправил мне... Я там по-всякому, я ее только реально, я ее только ножом разве что не ковырял. Там вот под горячую воду, там и все такое, чтобы нихуя вообще никак. Я за эту неделю на нервной почве 10 килограмм сжег. Денис, а писи ты банку ковырял? Это опять гениальный вопрос из чата, да? Ну типа того. Да. Блять, мамку твою я писей ковырял, шутник. Опять какой-то скин ебаный. Да, обычный. О, уж лучше, чем он в своем мотоциклетном этом, в этой хуйне, блин, бегает. А, это Мози, господи. Да. Чё-то он как-то даже повыше здесь выглядит. Надо, Сань, да. Тебе такую же куртку купить бразильскую. И кепку также одеть за. Мне кажется, у него просто ботинки на платформе. Да. На двух платформах. Сань, ты записываешь там? Чего? Да, это в корзину добавил крутец. Сань, ты вообще с нами? Нахуй идите. Нахуй идите. Уёбки тупорылые. Доброго слова от вас не услышишь. Сань, ты молодец. Ну да. Мы тебя любим, как бы, ну, по-дружески потруниваем. Злые мальчики, они будут с вами дружить. Мама, я попал в плохую компанию. Хроника Тимплея. На кухне, перед окном. Ай, ты что делаешь? Ой, сорян, сорян, сорян. А ты на морду. Я допрашиваю человека, Саня, меня убивать.
Воу! Упс! Ты был близок. Он во второй раз так же сделал. Я не понял, куда граната летит. Опа! И ржаба... Да, суп! Блядь, Заки! Где тут? Ой! Прости. Ой, что? Что это было? Объясни мне. Какого хрена, Дима? Прости. Блять. Граната, Саня, беги! Сдо реалистично. Какого хуя это, блять? Иди ты нахуй, блять. Ты нахуй, слышь? Я включил невидимость. Вот он. В углу лежит. Блять. Упс, блять. Ну ладно, хоть победили. Ладно, хоть победили. Какая-то просто нереальная хуйня. Все, я тут. Засранец. У Дениса произошла жидкая неприятность. Откуда ты знаешь, что жидкая? Он же не говорил. Сам сказал. Разве? Я сказал. Бля. Я предположил. 2:09. Заки не предположил, а придумал. Пофантазировал на тему жидкого говна. Крутя косичку, так мечтательно глядя в окно. Жидкое говно. Чтобы по подбородку и на сиськи. О, блядь. Ну ладно, я насколько знаю, всех вот безалкогольных Балтика, ну, в топ-3 точно входит. Ну, безалкогольному градус какой-то микроскопический, как в квасе. Как писька твоя. Ну, кстати, да, я согласен. Балтика, которая пшеничная, безалкогольная, да и обычная Балтика безалкогольная, довольно неплохая. Простите, это было не обязательно. У Дениса часто вырываются пиписьки. Микроскопические. Я их не отрыгиваю. Опа, опа, они что-то подозревают. А, бяча, бич. Да, сука, я тоже попался. Тачанка прямо напротив двери стоит, вот, которая с башни. Сайдет, уйди. Погоди, секундочку, или? Хорош. В сральник застрелил его. Кого, Тачанку? Да. В синем вдвое ломятся, пацаны. I need helping. Что-то я смотрю, мне... Хочется поиграть в радугу. Коля, обновление на PS5 вышло. Я чуть-чуть так посмотрел. Хелпинг. Работает заебись. Вот он, я пришел с хелпингом к тебе. Тебе пришел ван хелпинг. Эй, пс, парадиша. Хочешь немного хелпинга? Порвало. Человек пишет, что шестая долго проходится. Мы слышали, а чуваки прошли ее за 11 часов, по-моему. Они оказывали друг другу хелпинг. Боже мой, оговорился, и все, блядь, все чердачить меня будет, сука. Пиздец, купил такой, сейчас закупался в магазе, всякую хуйню вижу, короче, какая-то консервированная гречка с говядиной. Я такой, ну чем черт не шутит? Она, сука, еще стоит что-то, как самолет, типа 150 рублей за банку, за одну порцию. Но все, сейчас я говно, вскрыл, да? Вывалил, разогрел, просто, блядь, жрать невозможно. Ну я так и знал. Такой хуйней в аду кормят наверняка. Блядь, что-то пиццей запахло. Чем? В аду кормят наверняка. Блин, что-то пиццей запахло. Я думаю, это ты уже пиццей пахнешь просто. Нет. Нет. Катя, наверное, греет себя там что-нибудь. Нет, Катя вот сейчас вот здесь вот сидит, пицца там на стуле около холодильника, я хуй знает, блядь. Ты не доверяешь? Там длина цепи, она рассчитана как раз, чтобы вот чуть-чуть не доставала до пиццы. Что-то там цепь зазвенела, я слышу. Ну, я же говорю, 5-метровое стальное доверие зазвенело. Ты это видел, да? Саня, мы в тебя верим. А что Саня делал? Саня, в окно попасть не мог. Не понял. Сука. Сайдет. Ты в порядке, Сайдет? Молчи. Молчи, блядь, лыж.
Ты очень громко дышишь, Саня. Она услышит тебя. Только не вставай, Денис. Он один. Ой, все, сейчас не быть. Остался без яиц. Че это у него за скин такой? Это, по-моему, Картман. Или Resident Evil 6. Самая лучшая игра на планете. Ты еще играешь? Во что? Resident Evil 6. Ничего, ёбнутый, что ли? Да он никогда не играл и не будет играть. Он просто тут троллирует, не знаю зачем. В смысле, блядь, троллирует? Все говорят, что это лучший Resident. Кто все, блядь? Покажи мне этого человека. Сайт говорит. Сайт никогда не говорил, что это лучшая игра. Никогда не скажешь, что это хорошая игра. Он говорил мне, пока вы не слушали. Вот только не говори пацанам, но я считаю, что Resident Evil 6 лучшая игра в серии. Хрен его знает, я, по-моему, только за одну из компаний прошел. Ничего не могу сказать. Когда-нибудь соберемся и пройдем все компашки. Как минимум то, что там есть кооп, она хороша для меня. Он тебе это под одеялком говорил, да? Я тут случайно зашел на профиль Steam Краснопольск, но она у меня в друзьях. Там случайно. Мне нравится вот этот случайный Закин сталкеризм. Я случайно, короче, с биноклем проходил возле окна Краснопольска. Так что да. Ты же будет... не смотрел, ты же, наверное, ты тоже должен смотреть этот большую жратву Waiting с Райаном Рейнольдсом. Mm-mm. Про ресторан. Mm-mm. Ты почему не смотришь профильные фильмы, блядь? Потому что мне этого говна в жизни хватает, Денис. Я заебался, я хочу что-нибудь новенькое уже в жизни попробовать, а ты мне тут это сейчас съешь, сука. Попробуй консервированную гречку с говядиной, охуенная тема. Советчик, блядь. Ну, забавно. Я, возможно, в какой-то момент слишком увлекся видосом и просто хихикал и молча смотрел, похихикивая. Так что сорян. Спасибо за просмотр. Надеюсь, тебе понравилось и было интересно. Пока.